К новостям спорта. Завершился чемпионат Приднестровской Молдавской Республики по шахматам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. В нем приняло участие 22 шахматиста. Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров. Спортсмены из Бендер оказались в лидерах соревнований. Так, второе призовое место завоевал Николай Гроссу, набрав 6 из 7 возможных очков. С 5 очками третьим в турнирной таблице стал Павел Никитин. Оба шахматиста – кандидаты в мастера спорта. В числе призеров турнира Антон Ений, Александр Паскальный, Олег Берневек, Родионова, Елизавета. Тренирует спортсменов Валерий Белинкис. На протяжении 20 лет его команда остается сильнейшей в Приднестровье и Молдавии. Шахматисты – участники Балканиады, чемпионатов мира и Европы. И такие соревнования – убедительный пример, как можно и нужно совершенствоваться духовно и физически, преодолевать трудности и побеждать. И к продолжению темы. К 20-летию Республиканского спортивного центра инвалидов составлен ряд шахматных задач. Автор одной из них – Валерий Белинкис, с продолжением «Поставить мат в 20 ходов». В двух других комбинациях мат нужно поставить за 4 и 7 ходов. Задачу составили ученики Валерия Семеновича, Антон Ени и Паскальный Александр. Оба спортсмены с инвалидностью. И оба шахматисты-перворазрядники, призеры прошедшего турнира.